Новый творческий сезон художественная галерея открыла выставкой «Саров. Четыре сезона», посвященной 330-летию нашего города. На выставке представлено более 200 работ, как саровских художников, так и известных мастеров, картины из музейных и частных коллекций. Темой экспозиции стала красота Сарова в сменах времен года. Это огромный подарок нашим горожанам, саровчанам и гостям нашего города в художественной галерее. В прекрасных залах посмотреть работы замечательных художников, увидеть свой родной, любимый город, да еще уникальный момент – все четыре сезона в один момент. Никогда такого не было, и вот сейчас на этой выставке как раз это реализовано. На картинах видно, как менялся и развивался Саров, как строились новые здания, дороги, храмы и скверы. Рассматривая виды города, зритель как будто путешествует по его улицам и проспектам. На выставке городские пейзажи органично дополнены натюрмортами с цветами. Эти работы также были написаны в Сарове с натуры. И мне кажется, что эта выставка получилась вот такая очень звонкая, ровная, такая вот интересная, разнообразная. И не надо думать, что о Сарове можно рассказать только пейзажами. Здесь представлен и натюрморт, когда весь наш город весной утопает в сирени, когда сменяется летними цветами, клумбами, дачами наших саровчан. На торжественном открытии выставки собрались художники, гости галереи и представители администрации. Глава города Алексей Сафонов поздравил собравшихся со значительным культурным событием города, а также вручил участникам выставки художественные альбомы о Сарове. Вам, людям искусства, дан особый дар. Вы видите необычное, видите прекрасное и можете показать это простым людям. И тоже для меня важно, крайне важно, что эти моменты прекрасного вы видите в разных уголках нашего города. Публичных, тайных, укромных. Вам, как говорится, это виднее и известнее. Поэтому поздравляю всех нас с таким значимым событием. Очень приятно, очень волнительно. Юбилейная выставка «Саров. Четыре сезона» продлится в художественной галерее до середины октября. Приобрести билеты можно в кассе галереи или позвонить по телефону 702-87-702-94. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров. 24».